Тёма, собираемся на охоту. Вчера жарища была такая, а сегодня погода просто жесткая. Ветер, дождь моросит. Не знаю, что у нас получится. Сегодня большой маршрут себе наметили. 3 водоема за раз. Так что вот так вот. Ладно, поехал я за Ромой. Сейчас будем потихоньку собираться на заправку. Вроде ничего не забыл, груза взял, вчера все приготовил. Вот так вот как-то. Ладно, все, давайте смотрите. Тёма, приехали на первый водоем. Сейчас будем переодеваться. Комаров уйма. Сейчас сожрут заживо. Это... Прозрак вроде так, ничего. Метр должен быть. Там головастиков целая куча. Подкормка для окуня. Они, наверное, не едят. В общем, ладно, переодеваемся. Что, первый водоем отныряли. Сейчас отправляемся на второй. Сейчас под конец камеру выключил. Щуку видел. Промазал. Как назло, блин, камеру отключил. Прозрак не очень. Сейчас поедем, посмотрим, что на втором. Еще второй водоем, ветер поднялся, водоем у трассы прям, с прозраком пока непонятно, сейчас будем погружаться. Thank you.
Че, второй водоем отныряли. Прозрак тоже не очень. Щуки дофига мелкой. Плотвы. Вся рыба мелкая, потому что водоем буквально третий год набрал воды себе. До этого его спускали. В общем, едем дальше. Че, приехали на третий водоем. Сейчас идем смотреть прозрак. Такой вот водоемчик. Сейчас будем пробовать. Че, все, третий водоем отныряли. Щука мелкая, окунь мелкий. В общем, одна мелюзга плавает. Сейчас решили, пока время есть, ехать на веселовку. Ветер еще разошелся, но зато небо раздуло. Ладно, сейчас выезжаем на карьер.
такие завалы проходятся, проплывать. Ладно, возвращаемся обратно. Это островок. Я сейчас поплыву по другой стороне его. Туда уже не буду возвращаться. Че, все, отохотились. Сейчас домой. Рыбу не поймали. Одного подранка, не знаю, заснял. Наверное. Посмотрим. Не подстрелили. Не поймали. Ну, кажется. Можно было и ловить руками. В общем, вот так вот. Ладно, все. Всем пока.